не знаю, как для вас, а я сюда езжу. И может быть даже так сказать, может быть это и есть то, что доктор прописал. Я очень люблю пуховики и различные толстовки. И пуховики, и толстовки я покупаю, похоже, только в одном единственном месте. Это магазин Хип-Хоп. Ну, кое-что я беру в Турции, естественно. У меня есть два варианта сравнения по цене. Что я беру там, в Турции, что я беру здесь. По сути событий, то на то и получается. Ценники примерно одинаковые. Почему такая штука существует? По одной простой причине. Ну, пункт номер один. Магазин Хип-Хоп, естественно, это не Анталия, это Стамбул. В Стамбуле цены, естественно, в разы ниже. Если вы в Анталии хотите что-то сделать по цене Стамбула, то я думаю, что как-то так не удастся. Вот. То же самое сделалось и здесь. Здесь ценники приподнимаются практически по цене к Анталии. Ну, вась на вась. И в результате вы себе можете купить все, что хотите. Мало того, на себя я сделал, это было красиво. Теперь мы переговорим о другом вопросе. То есть люди большие, реально большие люди. И мне они больше всего нравятся, поверьте мне. То, что я сейчас вижу каждый день в эфире, мне не сильно нравится. И вы знаете почему. Потому что если бы у нас были большими людьми, вот, мне бы это было бы более, казалось, счастливым для проживания в нашей замечательной стране, которая по размерам очень и очень большая. Возвращаясь к напечатанному и неоднократно описанному ранее. Возвращаясь к хип-хопу. Как вам такое правило? В общем-то, есть два реальных человека. Один как бы на ТВ примерно 4 раза в неделю. Другой как бы один из лучших шоуменов Магнитогорска. Так вот, и тот, и другой одеваются в хип-хопе. Ну, для меня все стало более чем очевидно. Я сторонник цветной одежды. А то серость и чернота Магнитогорска меня лично достала. Человек другой, естественно, больше, чем я. И естественен выбор одежды. Поверьте мне, я не знаю в городе места с большей одеждой для мужчин. Нет, такого я не видел. Здесь же, ну, все просто супер. Так что извините меня, поклонники русского языка, но часть английского я буду употреблять и здесь. Рубашка супер. Ну да. Еды поменьше бы. Почему все круче? Да очень просто. Что турки, что россияне, что американцы. И это большее правило для людей больших. От 2 метров. С разнообразными талиями. Да не говорите, что у нас таких мало. Есть такие. И в большей степени мне с такими общаться нравится. По-моему, человека большого должно быть много. Он более разносторонний. Мне кажется так. Теперь другой вопрос. Да? Все-таки хороший человек должен правильно где-то одеваться. Естественно, да? Может быть, в городе есть такие места. Я знаю только одно место, где мы находимся, хип-хоп. Ну, да, были в свое время произведены поиски, где мы только не искали себе одежду. Очень сложно себе подобрать. Естественно, приходится думать уже, шить ли себе или не шить, заказывать одежду или ехать куда-то для того, чтобы купить себе одежду. В силу того, что я часто выбираю за границу. Но оказалось, у нас есть такой же неплохой, так сказать, магазин, который может предоставить тебе эту одежду совершенно, как говорится, практически по той цене, и не надо тратить деньги для того, чтобы улететь куда-то и купить себе вещи. Поэтому я одеваюсь здесь, мне нравится, и я постоянно клиент, и самое главное, здесь очень качественно обслуживают. Уже у глаз наметан, знает, как подобрать одежду, какой размер и так далее. Я просто обратил внимание, вы пришли сюда, да? И прямо на вас ребята ровно собрали то, что вы хотелось бы. Да, абсолютно верно. Да, я говорю еще раз, давно уже здесь одеваюсь. И самое главное, что постоянно обновляется коллекция, да, привозимая сюда, именно для людей колоритных. Людей. Ну, колоритная? Ну, конечно, я стараюсь. То бишь, ехать, по сути, никуда не надо. Те же цены и то же качество товара, но в Магнитке. Хотите, расскажу о хозяевах? Да, живут себе спокойно, есть квартира в Магнитке, но живут на селе. Много-то и не надо, лучше дать возможность качественно одеваться и не задорого. По ценам Турции и Китая. Ну чем это все плохо-то? Хуже, когда на вас наедаются. Хуже, когда хозяйка ездит на типа крутом джипе за ваш счет. Меня это достает. Лучше, когда таких магазинов станет больше. Лучше продавать много и не задорого. И вот тогда можно кататься и на крутых тачках, как Феррари. Я сам такое видел в Америке.
И если смотреть на магазин хип-хоп, то в принципе такое возможно и у нас. Что в этом сложного? К слову, где находится хип-хоп? На Ворошилова 29. И вот когда мы говорим о характере вашей одежды, то есть давайте определимся, что мы видим на улице. В 99% вот то же самое, что и на мне. Серые цвета. Даже не то, что серые, черные цвета. Ну, я их немножко разукрасил, естественно, чтобы было понятно, что это программа я веду. Но в остальном, конечно, магазин хип-хоп, он более красив. То есть всегда что-то разноцветное. То есть вы идете по улице, и видно, что это вы идете по улице. Потому что это правило. Когда я беру одежду в Турции или в других местах, я тоже одеваюсь красиво, потому что это должно быть. И это должно быть и в вашей одежде в том числе. Мы одеваемся красиво, мы показываем результат. Да, возможно, что-то у нас не все хорошо. Но тем не менее, жизнь-то идет, жизнь идет, продолжается. И лучшие цвета для радуги. Я все-таки вам говорю, что лучше в магазинах хип-хоп, по крайней мере, везде и всюду, я пока в Магнитогорске найти себе не могу.